Причина отмены воскресной игры целиком и полностью легла на плечи приезжей команды. Хоккеисты из Дальнего Константинова банально не смогли в полном составе въехать на территорию нашего ЗАТО. У нас закрытый город, к нам не так просто попасть. Просто люди, видать, немножко наивные, думали, что все просто так сделаем. Нет, неправильно оформили заявку, то есть паспортные данные из 11 человек у шестерых не совпадали с наличием. Проводить полноценную игру в урезанном до 5 человек составе команда Дальнего Константинова была не в состоянии. И тренерский штаб гостей нашего города принял решение ехать обратно домой. Для подобных ситуаций в высшей лиге Нижегородской области предусмотрен определенный регламент действий. Лучшее, что может быть, это перенос для Дальнего Константинова. А так во вторник будет исполком федерации. И там будет принято решение, ну, я думаю, 90%. 5-0. Если техническое поражение команде Дальнего Константинова будет засчитано, то встретятся соперники только в январе 2019 года. Если же исполнительный комитет высшей лиги Нижегородской области примет решение о переносе матча, ближайшая дата может быть назначена на 29 декабря 2018 года. Кирилл Васинин, Владимир Лисик, служба новостей «Саров-24».